И всем привет, с вами Александр Навас. В данном видеоролике сегодня я буду открывать кейс в CSGO, точнее не в CSGO, а на CSGO Land. И сегодня вот у меня баланс 9, ну не 9, короче 5999, и я сегодня решил открыть из всех этих кейсиков, я решил открыть единственный сегодня кейс, на который у меня хватает, это на живой кейс. Я мог топ-снайперский открыть и все такое, но я решил именно его открыть. И сегодня вы увидите, что мне выпадет из этого кейса. Я думаю, я окуплюсь или же нет. Ну, проверим. Не буду затягивать этот видеоролик, поэтому подписывайтесь на мой канал Навасов и вам приятного просмотра. Итак, теперь смотрим, какие здесь есть ножи. Ну, допустим, я хочу, чтобы мне выпало, я не знаю, какой-нибудь, ну, допустим, я не знаю, складной нож, я не есть, честно, не знаю. Пофиг как-то. Ну, главное, чтобы красивый был. Тут, видите, тут не выпадает ничего такого прямо с завода, то есть здесь довольно-таки дешевые ножи. Ну, есть, конечно, дорогие, но они, наверное, и не выпадут мне. Ну, посмотрим. Ладно, начинаем открывать кейс. Надеюсь, мне что-то выпадет, ребята. Открываем кейс. И мне выпадает. Что же мне выпадает? Что же мне выпадает? Что же мне выпадает? Ну. О, да! Я не окупился. Я не окупился. Ладно. Не в этот раз. Ладно. Ну ладно. Всем спасибо за просмотр. С вами был Александр Навасов. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Навасов. Пишите комментарии под видео. Всем удачи.